Так, поехали мы копать в поля. А тут не поля. Тут даже кирпич уже поставили. И моста нет ни хрена, короче. Ё-моё. Вот это разливчики, блин. Очуметь. Это ручей тут протекал вообще галимый. Так, Серега говорит, какая-то монетка у него. Вроде. Канина. Канина, ё-моё. Дорога была, по ходу дела. Канина. Как звучало? Сколько? По цифре? Или не смотрел? Не смотрел. Четко, 53. Что так звучит? На самом деле. Савдепинка. Савдепинка. Ниточка вот такая вот. 15 копеек, шестерчок. Ну, соответственно, сокран, как обычно. Непонятно, не ясно. Все равно как звучит савдепинка. Небольшой. 78 сигнал. Это вот такой крестик-листик. Жалко, сломанный прям, ну, сокранчик, короче, и все. Блин, жалко, обломок. Большой, крупный, красивый был бы, если бы трактором не перепахали здесь. Прям слом такой четкий. Сигнал прям с поверхности был. Четко 88. И, как ни странно, это оказалась копейка Петра Первого. Вот она, вполне в приличном сохранчике таким, как он. И это при жизни, но почва ее никак не повредила. Так что, вот это уже приятная копейка. Копейка, год буквенный. Так что так вот, еще сигнал. Четкий 78. И это 3 копейки. 3 копейки 40-го года. Такая вот немножко выгнутая, но все равно нормально. Так, здесь хороший сигнал, 85 я с вами проверил. Вот, сейчас посмотрим, очень похоже на монету какую-нибудь. Скажем так, может, советская 5 копеек там. Пробка, скорее всего, конечно, вон она. Ах, ты ж, ёлка, блин. 8 пробка. Выручная пробка. Сохранчик хороший. Берем. Так, сигнальчик. Ровно 88. Вот такая яма. Прямо с самой глубины. Деус 2 рулит. 10 копеек. 10 копеек билончик. 25-й год. 25-й год. Пролетарии всех стран. Соединяйтесь. Лозунг, в общем-то, и сейчас тоже актуальный. Так, сигнальчик. 89-90. Да ладно. Сейчас, подожди. Погоди, не закапывай. А что здесь, чешуя была? Что ж такое маленькая-то? Монетка, да? ВРПшка, зашибись. Покажите. Покажите. Или нет? Или не ВРПшка? Да, ВРПшка. Сия России Петр. Скорее всего. Ну, прям толстенькая такая, хорошенькая. Прямо, ну... Просто мыть надо.
перед едой. Так, а что тогда у нас Володя, да? Тоже жару дал. Что-то Володя там нашел чешуйку. Маленькая, серебряненькая. О, классненькая. О, блин, красиво. Кто там? Похоже, Петр. Но не факт. Не могу понять. Но, тем не менее, вот. Чешуйка. Хорошо. Володь, поздравляю тебя с чешуйкой. Ты всех пока обошел. Так, сигнал. Иду, сигнал. Думаю, дай выкопаю. Хорошо не закопал, елки. Вот она лежит прямо здесь, на поверхности самой. Маленькая чешуйка. Петр Первый тоже. Петр Алексеевич. Так, Серега нашел вот такую чешуйку. Огромная такая, большая. Упала. Вот. Это у нас Иван Васильевич Грозный. Огромная, большая. Копейка. Зашибись. А я нашел ВРПшечку. Маленькая. Маленькая. Медная монетка. Почему ВРПшка? Потому что на ней написано ВРП. Сия России Петр. Вот такой вот кривой орел. Кстати, в неплохом сохранчике. Орлик видно. И с другой стороны будет написано. Что у нас написано там? Это Полушка, да, по-моему? Да, вот, Полушка. Зашибись. А очередная чешуечка. 67 звучал. Аппаратик. Маленькая. Косточка. Утертенькая. Ну, что-то видно. Что-то видно. Лошадь, скорее всего, наверное, Грозный. Да реформенная. Сабельник, наверное. Да, сабельник. Грозненский. Царь великий. Так, Серега нашел вот крестик такой. Жалко, весь обломанный, очень хороший. 16-17 век крестик. Был очень красивый. Штурвальчик называется. Сейчас, возможно, Серега вторую часть с него ищет. Там же, да, Серега, что это было? Через дальше? Вот такой вот крестик у Сереги. Первый раз он нашел обломанный, и вот второй целенький штурвальчик. Шикардосный вообще. Красивый, красивый, классный. Вот так, сигнал 86. Что вы думали? Это крест большой, красивый крест листик. Вот такой вот. Давно таких больших не попадалось. Написано что-то.
Так, в этот, на этот раз сигнал 83. Что же это такое? А это пятачок. 5 копеек. 1949 года. 5 копеек СССР. В прекрасном сохранчике. Такой вот красненький патинник, который стирается, и он блестит, будет блестеть, как золото. Вот такой вот пятачок. На первой программе. Сигнал 83. Еще одна монеточка из ямки. 1 копеечка 1868 года. С запредельной глубины, 1.5 штыка. Ямка там огромная, прямо с самого низу. Так что, ДЭЛС 2 рулит. Специальный сигнальчик. 79-80. Неизвестно что. И что ж там такое? И это свинец. Пуля. Ну такая пуля, прям дура. Прям такая дура-дура. Охотничья. Ребята, вы не поверите, что вывалилось. Вот такая вот серебряная маленькая монетка. Это удельная чешуя. Чешуя удельного периода, примерно 13-14 лет. С какой-то вот такой вот птичкой. Очуметь. Очуметь. Это класс вообще, это здорово. Так, ну, вот такие ты. Вот. Ага, давай тоже. Еще не все выложили. Так, ну вот такие вот находочки у нас. Давно я не помню прям таких выездов, как сегодня, но весна всегда.